Одновременно заботится о повышении боевой мощи и готовности наших вооруженных сил. По решению Центрального комитета партии правительства проведены испытания ядерного оружия и проверена боевая готовность частей и соединений всех видов вооруженных сил к применению этого оружия. Основное внимание было уделено проверке боевой готовности ракетных войск стратегического назначения. Ракетные войска стратегического назначения подготовлены и провели боевые пути нескольких типов ракет с различными по конструкции и мощности ядерными зарядами. Стартовая батарея готовит к пуску стратегическую ракету с полевой стартовой позиции. Thank you.
ядерного взрыва все готовы. По расчетным данным, ракета наводится на цель. Я
позволили определить размеры зон поражения боевых частей баллистических ракет противника на больших высотах и изучить влияние таких взрывов на работу различных радиотехнических средств вооружения. Войска противовоздушной обороны страны проверяли боевую готовность зенитных ракетных частей и эффективность применения ядерных зарядов для поражения самолетов противника. На старте ракета с ядерным зарядом. По внешнему виду она не отличается от зенитных ракет с обычным зарядом. Радиолокаторы обнаружения ведут непрерывные наблюдения за воздухом. Цель обнаружена. Она представлена группой автопилотов. Взрыв произошел в районе цели на глубине 20 метров. Thank you.
ядерная бомба малого калибра. При выполнении столь ответственного задания летчик лично убеждается в надежности подвески ядерной бомбы. Командир части дает летчику последние указания.
десятков миллионов тонн произведенной большой высоте в условиях сплошной области. Огромный размер огненного шара и продолжительность его сведения свидетельствуют о необычайной силе этого взрыва. Только одна межконтинентальная ракета с термоядерным зарядом такой мощности способна полностью разрушить военно-промышленный район на площади в несколько тысяч квадратных километров. А зона с опасными дозами радиации при наземном взрыве может охватить пространство в сотни тысяч квадратных километров.